Иностранные наблюдатели оценивать ход проведения референдума в Азербайджане начали с самого открытия избирательных участков. Они отмечают открытость и хорошую организацию. С 8 часов вот мы посетили несколько избирательных участков. Я хочу сказать, действительно, граждане очень активны. И самое главное, вот референдум проходит вот в такой дружественной, такой толерантной и спокойной обстановке. В миссию наблюдателей от Тюркпа вошли парламентарии Казахстана, Кыргызстана и Турции. Почти в 10 участках мы побывали, везде, как бы и мы наблюдателями, и с людьми разговаривали. И, как бы настроение очень хорошее. И вот почти часов с 8 до 12, почти 40, где-то 45%. Я думаю, это очень как бы хорошо. Первыми впечатлениями о ходе референдума в Азербайджане также поделились представители миссии международных наблюдателей Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. Посетив несколько избирательных участков, они отметили, что голосование проходит без нарушений. Мы с утра уже посетили несколько участков в столице, в Баку. Они открылись вовремя. Были соблюдены все процедуры, опечатаны урны. Мы посмотрели на списки тех, кто должен голосовать. Нам показали процесс, всю технологию, которая отработана. Очень четко объясняется избирателям, каким образом они могут сделать свой выбор. Результаты референдума также отслеживают представители мониторинговых миссий, так называемые экзит-полы. Они проводят опрос на выходе из избирательного участка. Хайл Мамедов, Фируз Рагимов, Зия Бабаев, CBC.